У нас в гостях Анна Глаголева, эксперт 1С. Анна, расскажите, пожалуйста, что такое 1С бизнес-сеть? Сервис 1С бизнес-сеть мы создали для упрощения взаимодействия между поставщиками и их закупщиками. Теперь непосредственно из программных продуктов 1С можно продавать свои продукты, и непосредственно в программных продуктах 1С можно их закупать. У поставщика есть возможность выгрузить весь свой прайс, весь свой ассортимент с актуальными ценами, и их закупщики всегда будут видеть актуальные цены, наличие товаров и делать закупки. Также это все сопровождается электронным документооборотом, который позволяет упростить, ускорить, избежать ошибок и сократить количество времени, необходимое на обработку заказов. А сколько уже 1С бизнес-сеть существует? Это новый проект или он уже давно? Это новый проект. Мы его сейчас активно развиваем и активно приглашаем поставщиков в наш сервис. Мы готовы оказывать поставщикам поддержку, продвигать их продукты в нашем сервисе, привлекать закупщиков и организовывать, помогать в организации электронного документооборота, который сейчас так актуален на предприятиях. Анна, а что надо молодым поставщикам, чтобы попасть вот к вам? Что нужно сделать поэтапно? Самое простое, если у вас есть программные продукты 1С, которые находятся на поддержке, которые обновляются, можно непосредственно из него настроить, включить работу с бизнес-сетью. Если вдруг появляются какие-то вопросы, сложности, можно обращаться к партнерам фирмы 1С или зайти на наш сайт 1cbn.ru или написать нам на электронную почту bn@1s.ru. Мы будем рады помочь. Анна, спасибо вам огромное и прекрасного дня. Спасибо.